Всем привет! Мы находимся на крепости Керчь. Сегодня я приехал сюда на экскурсию. Вот, значит, что сегодня будет? Много интересного: шахты, туннели, Вильямскин-Люнет там и так далее, капониры всякие. Но я хочу сказать, что будет все без разговора, то есть я не смогу говорить на видео, потому что очень сильно жарко и очень трудно говорить сейчас. Будет, друзья, так что смотрите до конца, комментируйте обязательно, кто был в крепости, кто не был в крепости, комментируйте, смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и, соответственно, колокольчики, друзья. Всем спасибо за просмотр, смотрите, будет очень интересные вещи там, но без комментариев, то есть можно увидеть, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, друзья. Смотрите до конца. Друзья, всем привет. Я нахожусь на Герчинской крепости. Сейчас буду заходить туда. Вот уже группа собралась на 3 часа. Вот. Короче, Керченская крепость. Начинаем первую серию. Вот, только-только входим. Сейчас экскурсия будет. Экскурсовод. Люди там, всякие разные люди. То есть, всякие разные, как бы, это, самые разные ситуации будут в этой крепости Керчь. Ну а вы смотрите серии до конца, вот, чтобы понять. То есть не надо вам платить 350 рублей, вот, а вы просто смотрите серию и все. Может, вам сюда и не надо когда заходить. Опа, вот бобик, бобик, нифига себе. Вот это бобик, нифига, вот это круто. Смотрите, какой военный. Офигеть. Слива растет сразу, вот. Угощение сразу. Пожалуйста, крымское угощение. Самое настоящее, алыча. Тут яблоки рядом растут. Вот, пожалуйста, яблоки. Ну что, проходим. Вы экскурсовод? Отлично. Как обращаться к вам? Руслан, меня снимать, пожалуйста. А все равно будете попадать, ну, по крайней мере, голосом. Хорошо, крупно не буду снимать. Да, да. Мы будем внимательно слушать. Ну, такая группа из 10 человек приблизительно, там плюс-минус. Здесь вот такие просторы сразу, лестница уходит туда на памятник. О, ничего себе, ну, какая-то картина интересная. Потери связи, да, потери управления. Ого, ребята, вот такая вот тут связь была. Видите, катушка какая. И вот кому посвящается, пожалуйста. Дальше идем, смотрите, тут персики сразу. Персики, еще одна слива, даже две сливы. Одна поспела уже красная, вот, пожалуйста, красная слива. А вторая еще не поспела. Вот зеленая еще, ну, короче, приезжайте в августе, поспеет уже и эта слива. Вот, пожалуйста, мы смотрим сквозь персики. Вот они, персички. Еще не поспели. И там пошла жара тоже. Деревья всякие, фруктовые, не фруктовые, всякие разные. Ну, значит, самое главное, что тут не персики. Друзья, на крепости Керчь сейчас находимся. Зашли первый капонир. Идем, слушаем, что нам скажут. Схема центральной части крепости форта Татебен. Мы же с вами отправимся в Вильямскин-Люнет. Ну, как бы за пределами. А вы сейчас где нам? А, вот здесь.
защищал свой рот с помощью бандитов, которые были у него направлены. То есть, если компаньоны не справлялись, солдаты могли отсюда простреливать их с винтовок в рот. Мы будем с вами проходить сначала вот здесь небольшой участок, пройдем, затем мы только направимся в сторону Ульяновского люнета. Через минут 40 будет курс, мы только с вами попадем сам в люнет. Скорее всего, будет немножко дольше, потому что вам будет там где-то пофоткаться, где-то что-то посмотреть. Если вдруг кому-то станет нехорошо, пожалуйста, предупредите меня об этом заранее, чтобы вас могли туда вывести. Ну, там жарко или еще что-нибудь. Будем мы проходить мимо кухни, комфорты, царского туалета. Царский туалет, естественно, не пользуется. До этого у нас вот здесь был обычный, вы все там благополучно справились. Кухня вас там кормить не будут, тоже сильно не рассчитывайте. В конце у вас, если останется еще желание, можете подняться на памятник. Памятник посвящен защитникам крепости в годы Великой Отечественной войны. Сейчас, чтобы не задерживаться, давайте пойдем дальше. Там уже схема побольше. Ну, примерно. Впечатленно. Алиша, да? Вот только на него и смотреть. Ничего не надо. Перед нами уже более подробный план Керченской крепости на момент окончания строительства 1877 года. И Эдуард Иванович Татырин, один из ведущих инженеров крепости. Вот Форт Татырин, как назван его фильм. Строилась она с 1857 по 1877 год. И за 20 лет здесь было построено свыше 300 сооружений на площади почти 400 гектаров. Это если считать вместе с передовыми укреплениями. То, что сейчас находится под охраной заповедника, примерно площадь 250 гектаров. Ну, грубо говоря, то, что окружено сухим углом. Делится крепость на несколько больших участков обороны. Это центральная часть форта Теган, Виленский и Минские люнеты, соединительный фронт, мыса Курун и при этом Теган. Основная задача крепости была защита Керченского пролива для недопущения вражеского флота. То есть, там, ни один корабль здесь не прошел. Ну, вот эту задачу как раз выполняли береговые батареи. Здесь стояли наиболее мощные орудия, не самых больших, которые здесь были, весом до 80 тонн, 11-дюймового калибра и снаряд почти 300 кг. Форт выполнял функции больше как второй крепости. Сюда могли сбежать все войска, которые находились на территории, и уже засесть в глухую оборону. У форта есть отдельно свой сухой рог, и он находится чуть выше, чем все остальные участки. Виленский и Минский люнеты тоже более такие сложные по своим строениям комплексы сооружений. Там вот, у нас большая часть экскурсии будет проходить, как объяснить. В общем, зашли под землю, вышли, зашли, вышли, зашли, вышли. Поэтому вот стоит на секунду отвлечься, все, вы нас потеряли как бы, и все, будем вас искать. Поэтому очень аккуратно. Что длинный, пожалуйста, наполняйтесь. Так, Полина, Тоня, далеко не убегаем. Сделано больше 80, они есть разные длины, формы, вот это вот самое простенькое, особенно если скажем, что выполнено полностью в скале и коробкой. Вот он прям под кассой, вот можно и туда покупать. Если противник попадает в этот коридор, нужно было от него загородиться
сторон, там, если мы сливали, и путили мешками с песком посередине, чтобы противнику было сложнее пробраться. Вот такой вот коридор идет, ну, примерно так же, как здесь. Примерно полтора километра. Были вымощены брусчатки внутри. Но их уже новая лестница, она хуже, чем старая, по ней лучше классно. Thank you.
Я вот и закончилась крепость Керчь, наша экскурсия по крепости Керчь. Было очень интересно, было очень жарко. И то, что вы посмотрели, друзья, прошу подписаться на канал и поставить лайк, колокольчик, прокомментировать по возможности, что вы думаете, были или не были на крепости и собираетесь ли побывать в этом форте Татлебен. Мы выходим, вот уже выход, здесь курить нельзя, ну я собственно и не курю, но таблички везде, курить нельзя, здесь были пороховые погреба, так что, друзья, пожалуйста, подписываемся на канал, ставим лайки, кому не понравилась крепость, ставим дизлайки, и до новых встреч на нашем самом любимом канале, всем пока!